Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Этим людям характерна внимательность к жизни. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие, однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звук Б в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Счастливыми камнями для них будут лунный камень, жемчуг и тигровый глаз. В качестве талисмана желательно носить лунный камень в соприкосновении с телом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.